Всем привет, меня зовут Вероника, я учусь в иностранной школе Лингомен уже 3 года. Я изучаю английский и китайский, мне здесь очень нравится. Я пришла сюда в первый раз в летний лагерь. Мне рассказали о том, что здесь есть китайский. Меня это поразило, я решила, что хочу знать китайский, хочу понимать. И с сентября записалась на курсы китайского. Я уже изучаю его 3 года, и мне очень нравится. Позже я решила также потянуть свой английский. Наше обучение проходит очень занимательно. На наших уроках всегда весело, и ты даже не замечаешь, как проходит время. Ты вот вроде только начался урок, и ты уже смотришь, и уже конец. И ты не понимаешь, куда летит время, потому что ты хочешь остаться здесь, еще посидеть, чуть-чуть поговорить с учителем, с моими одногруппниками. Также мы разговариваем с иностранцами, ну, либо с носителями тех языков, на которых мы говорим. В прошлом году я занималась с китаянками, а в этом году я занимаюсь с англичанками, и мне очень это нравится, потому что благодаря этому я могу понимать язык, так как учителя все равно не говорят так, как говорят настоящие носители языка. Мне нравится то, что у нас всегда очень доброжелательные и отзывчивые администраторы, они всегда помогут тебе в любой ситуации, когда тебе нужна помощь или ты не можешь прийти, они всегда тебе сообщат. Или даже когда, например, учитель не может, они также тебе позвонят, скажут, что, к сожалению, сегодня не будет урока, но эти уроки мы можем перенести, и это всегда хорошо. Они всегда идут к тебе на встречу и всегда помогают. За 3 года я получила 3-й уровень китайского языка и подтянула свой английский. Я желаю, чтобы Лингомен дальше развивался, чтобы всегда были новые студенты, новые обучающиеся, и чтобы он никогда не потух в нашем городе, чтобы он стал самым первым в топе школы, так как Лингомен — это очень хорошее заведение, мне здесь нравится больше всего.